мүгедектерді әлеуметтік қорғау шаралары кез келген мемлекеттің әлеуметтік саясатына баға берудің басты көрсеткіші болып табылады. 2008 жылы мүгедектер құқы туралы конвенция мен оған тіркес факультатив хаттамаға қол қойып отырып, еліміз мүмкіндігі шектеулі жандардың экономикалық, әлеуметтік және басқа да құқықтарын халықаралық стандарттарын сақтауға даярлығын көрсетті. Қабылдаған міндеттерді орындау үшін мүгедектердің жағдайы мен өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған бірқатар дәйекті жұмыс жүргізілді. Действует многоуровневая система социальной поддержки инвалидов, являющаяся солидарной и базирующейся на государственных гарантиях, что позволяет инвалиду получать социальные пособия и страховые выплаты, дополнительные виды помощи. Для компенсации утраченных функций организма технические и вспомогательные компенсаторные средства. Для создания равных возможностей получать гарантированный объем специальных социальных услуг. С 2009 года модернизирована система социального обслуживания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем введения гарантированного объема специальных социальных услуг, предоставленных в организациях системы социальной защиты населения. Принят закон о специальных социальных услугах. В результате инвалид получает поддержку по бытовому обслуживанию, содействие в оформлении полагающихся льгот и пособий, психологическую, педагогическую виды помощи, восстановление утраченных профессиональных навыков и терапию занятостью. Начато развитие конкурентного рынка услуг через привлечение неправительственного сектора. По государственному социальному заказу работает 47 неправительственных организаций, в которых получают услуги более 2000 детей-инвалидов. Для сравнения, в 2009 году было всего лишь 4 неправительственных организации. Введена новая форма обслуживания инвалидов путем открытия 29 отделений дневного пребывания в 13 регионах страны. Общее число охваченных услугами в отделениях составляет 3000 детей-инвалидов. В результате из домов-интернатов вернулись семьи 343 ребенка, 410 родителей, дети которых получают услуги в отделениях дневного пребывания, трудоустроены. Для развития сети организаций, оказывающих специальные социальные услуги, проводится разработка норматива сети объектов. Предлагается создание домов малой вместимости за счет государственно-частного партнерства. В этих целях разрабатывается механизм подушевого финансирования медико-социальных учреждений. Инициирована разработка типовых проектов строительства домов-интернатов для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проектной мощностью до 50 мест и центров реабилитации. Большая работа проводится по предупреждению риска наступления инвалидности, укреплению здоровья и снижению инвалидирующих патологий. О результатах проводимой работы расскажет министр здравоохранения. В целях повышения уровня социализации ежегодно лица с ограниченными возможностями обеспечиваются техническими, вспомогательными, компенсаторными средствами. Это протезно-ортопедическая обувь, сурдо-тифлосредства, коляски и обязательные гигиенические средства, услуги индивидуального помощника и специалиста жестового языка. По итогам 2012 года данными средствами было обеспечено более 96 тысяч людей с ограниченными возможностями. Объем финансирования составил 6 миллиардов 700 миллионов тенге. 100% уровень обеспеченности данными средствами отмечается в Атырауской, Западно-Казахстанской, Кустанайской и Мангистауской областях и городе Алматы. Ниже среднереспубликанского уровня в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и городе Астане. В связи с многочисленными жалобами на качество средств реабилитации при встречах с населением в ходе поездок по регионам, министерством начата работа критериев качества к данным средствам. Проведенный анализ обеспеченности компенсаторными средствами инвалидов показал, что большую часть составляют протезно-ортопедические средства. По итогам прошлого года было обеспечено 16 700 человек. По 100% уровень обеспеченности данными средствами отмечается в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кустанайской, Павлодарской областях и городе Алматы. При этом низкий процент обеспеченности протезно-ортопедическими средствами приходится на Жамбылскую, Карагандинскую и город Астану. Для эффективного развития протезно-ортопедической отрасли создано акционерное общество «Республиканский протезно-ортопедический центр» со 100% участием государства в уставном капитале. Детям, имеющим тяжелые нарушения слуха, производятся восстановительные операции, кохлеарная имплантация. На сегодняшний день такую помощь получили 711 детей.
Однако на сегодня недостаточно условий создано для послеоперационной реабилитации. В этой связи министерством прорабатывается вопрос проведения на базе Республиканского центра коррекции слуха настройки кохлеарного импланта, слухоречевой реабилитации, сервисное обслуживание импланта, консультирование родителей по работе с ребенком после кохлеарной имплантации. Данную работу мы проводим совместно с Министерством здравоохранения. Казахстан является единственным государством из стран СНГ, который законодательно утвердил и принял нормы, позволяющие создать условия для развития безбарьерной среды детям с ограниченными возможностями. О принятых мерах в этой сфере расскажет министр образования. Также важным в социализации лиц с ограниченными возможностями является содействие занятости, поскольку 68% лиц с ограниченными возможностями находятся в трудоспособном возрасте. Эффективной мерой содействия занятости является программа «Занятость 2020», в рамках которой стали участниками 1049 человек. За первый квартал текущего года участниками стали 309 инвалидов. Действующие преференции в системе государственных закупок также позволяют не снижать объем производства общественным объединением, созданным инвалидами, сохранять рабочие места и обеспечивать трудовые доходы дополнительно к получаемым социальным пособиям по инвалидности. Однако в последние годы количество занятых инвалидов составляет не более 50 тысяч человек или 12% от трудоспособного возраста. Для сравнения, в развитых странах работают около 40% инвалидов трудоспособного возраста. С этой целью в реализацию поручения главы государства о расширении возможностей реализации трудового потенциала лиц с ограниченными возможностями разрабатывается проект закона о социальных рабочих местах. Начата работа совместно с Министерством финансов по изменению законодательных подходов по поддержке организаций, созданных общественными объединениями инвалидов при осуществлении государственных закупок в рамках требований Таможенного союза. Рассматривается расширение программы занятости в части организации профессионального дополнительного образования, переподготовки и поддержки занятости лиц с ограниченными возможностями. Новым витком совершенствования системы социальной защиты инвалидов стал план мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов Республики Казахстан на 2012-2018 годы, принятый в рамках обязательств по Конвенции о правах инвалидов. В соответствии с планом предстоит совершенствовать законодательство в области социальной защиты инвалидов, обеспечить доступность объектов и услуг гражданам с ограниченными возможностями во всех сферах жизнедеятельности, утвердить в общественном сознании необходимость обеспечения прав граждан с ограниченными возможностями, признание их потенциала и равных прав. Реализацию данных направлений в рамках первого этапа плана мероприятий, принятого в 2012 году, проведен анализ соответствия действующего законодательства требованиям положения Конвенции о правах инвалидов. Подготовлена концепция проекта, предполагающая внесение изменений 24 нормативно-правовых акта, которая одобрена на заседании Межведомственной комиссии по законодательной работе. В части практических преобразований особое место занимает обеспечение доступной среды. В 2011 году лицам, имеющим инвалидность, было доступно лишь около 20% объектов. Устранение данных препятствий на первом этапе реализации плана начато с оценки состояния доступности приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения. В связи с этим подготовлены и направлены для оказания практической помощи регионам методические рекомендации по проведению инвентаризации, паспортизации объектов социальной инфраструктуры, сборники государственных нормативов обеспечения доступности объектов, форма паспорта действующих объектов общественной инфраструктуры. В регионах созданы советы по делам инвалидов, экспертные группы из представителей общественных организаций инвалидов, специальные рабочие группы для проведения паспортизации. Проводится паспортизация социально значимых объектов. По итогам 2012 года местными исполнительными органами определены более 50 тысяч социально значимых для инвалидов объектов. На сегодня паспортизировано 9100 объектов социальной инфраструктуры, из которых 7200 нуждаются в обеспечении доступа с ограниченными возможностями. При этом необходимо отметить, что активно проводится паспортизация в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях. Однако недостаточно работа в Атрауской области и городе Астане. Полагаем, что это связано с недостаточностью системы контроля за соблюдением требований доступности. Для разрешения этой проблемы считаем необходимым осуществление жесткого контроля со стороны соответствующих уполномоченных органов на стадии разработки, проектирования, экспертизы технического задания, а также строительства, ремонта и сдачи объектов.
Предлагаем внедрение общественного контроля. В этих целях разрабатывается модель с участием общественных организаций инвалидов, предусматривающая мониторинг информации о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры. Также требуется внести коррективы в региональные планы работ по части уточнения перечня приоритетных объектов, подлежащих паспортизации и адаптации. И привлечение к этой работе специалистов по строительству объектов, доступных для мобильных групп населения. Адаптация определенных местными исполнительными органами социально значимого объекта будет осуществляться поэтапно за счет средств республиканского и местного бюджетов. В следующем году в соответствии с планом необходимо адаптировать дорожную инфраструктуру для инвалидов, расширить перечень транспортных услуг для инвалидов, имеющих затруднения передвижения. В международной практике для инвалидов, не имеющих возможности пользоваться городским транспортом, широко используются услуги инватакси. Сегодня, благодаря деятельности неправительственных организаций, в областях функционируют 102 службы инватакси, которые ежегодно оказывают услуги более 191 тысячам инвалидов. Дальнейшее развитие этой службы требует установления соответствующих нормативов к развитию службы инватакси, ежегодное размещение государственного социального заказа на развитие службы инватакси. Мы предлагаем также разработать карту доступности объектов, иными словами, подготовить информационно-автоматизированную базу. На первом этапе реализации плана она будет использована для мониторинга паспортизации доступности объектов и их адаптации. После карту можно будет разместить на доступном для граждан сайте, где каждый сможет получить необходимую информацию по стране. Устраняя физические барьеры, создавая для инвалидов доступную среду, мы не можем упускать из внимания отношение к людям с ограниченными возможностями в обществе. Изменить восприятие к проблемам людей с ограниченными возможностями – одна из важнейших задач реализации плана. В этой связи совместно с Министерством культуры и информации принят медиаплан, направленный на формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности. В октябре текущего года планируется проведение первого республиканского фестиваля «Разные равные», цель которого – представить обществу лиц с ограниченными возможностями, достигших высоких результатов в различных сферах жизни. Также заканчивается работа над проектом концепции по объявлению 2015 года «Годом равных возможностей». Құрметті әріптестер, шара жоспарын бірінші кезеңі биыл жүзеге асады. Министрлік жоспардың 2014-2015 жылдарды қамтитын келесі кезеңін әзірлеуде. Қазіргі уақытта келесі міндеттерді шешу көзделген. Мүгедектердің құқығын қорғау мәселелері бойынша нормативтік құқықты актілерді әзірлеу, әлеуметтік инфрақұрылым нақты нысандарына мүгедектердің қолжетімділігін және тиісті қызмет көрсетілуін қамтамасыз ететін қанатқақты жобаларды әзірлеу. Мүмкіндігі шектеулі жандардың олардың проблемаларына қоғам түсінікпен қарауына ықпал ететін ақпараттық кампания ұйымдастыру. Жоспарды 2017 жылға дейінгі кезең-кезеңмен жүзеге асыру арқылы инфрақұрылымы дамыған әлеуметтік көмек көрсетудің толыққанды жүйесін құруды аяқтауға мүмкіндік туады деп есептейміз. Назарларыңызға рахмет.